вот у нас получился новогодний стол. В принципе, ничего особенного мы не готовили. Главное блюдо у нас, конечно же, это салат оливье. Без него никак, я бы его не готовила, но мужчины мои очень любят. Кока-кола, детское шампанское, это муж у меня докупил, и суши, как вы поняли, сделал у меня их тоже муж. Они у нас просто с сыром и огурцом, потому что дети не любят с рыбой. Сырная тарелочка, шампанское, вот боска, кстати, вкусная вот эта боска шампанское, и вот такое вот еще, оно оказалось таким сухим. Я, кстати, не люблю сухое шампанское, я люблю полусладкое. Здесь у нас икра тоже купил у меня муж ее в итоге, и рыбка, вот эта масляная моя любимая белая, и красную, которую засаливал давно у меня муж, я ее храню, кстати, в морозилке. Мидии мои любимые копченые, оливки тоже вы видели в закупках из ленты, я их покупала. Вот, и на пышке имбирь, конечно же, маринованный, это канапе такие, у меня очень любят их дети, с вареной колбаской, с сыром, вот, так что вот такой вот, я считаю, незамысловатый, но очень вкусный стол у нас получился, соус и вот такие вот васаби, я их, кстати, всегда оставляю, потом добавляю куда-нибудь какие-нибудь блюда или просто у меня муж иногда ест. Вот такой вот у нас получился стол. Конечно же, мои новые тарелочки. Боже мой. Единственное, что, видите, у меня ножей и вилок с таких вот симпатичных, подходящих нету. Все в разнобой. Но ничего, я думаю, что в этом году как раз-таки в новом я доберу все остальное, все, что мне хотелось бы из посуды на вот такой праздничный стол. По мне так получилось очень даже здорово, и в принципе именно таким образом я и люблю встречать Новый год, когда не сильно много еды, но у нас и не сильно много народу было. Вот, гости будут уже после 31-го.